сегодня у нас солнышко. Ну, через час обещают опять дождь. Я не об этом. Пришла кормить сегодня рыб. Покормила рыб. Они тут плавали. И вдруг только что-то прых, прыгнула в воду. Я смотрю, а это маленькая лягушка. В общем, у меня в прудике прибавляются жители и прибавляются. Хочу сейчас ее найти, вам показать, но что-то пока не вижу. Но обязательно вам ее покажу. Ребята, у нас только что светило солнце, и сейчас град, дождь и град. Вот такая погодка. Но я успела там кое-что сделать. Цветы там какие-то я пересадила. Льет, как из ведра. Смотрите. Вот такой вот дождичек. Солнышко, тепло, хорошо. Так, ну где вы там спрятались? И лягушка убежала, но я все равно ее сниму, конечно. А, я уже вижу, где лягушка. Я вам сейчас постараюсь ее показать. Вы видите, где она сидит? На камешке. Вот она. Греется на солнышке. Раньше здесь такие мушки над прудиком летали, а сейчас нет. Она их всех съела. И мошек, и мушек. Вот такая у меня помощница. Видите, какая она. Так. Отдыхает. Лягушка-царевна. Думаю, где она спряталась? Она тут себе сидит. Отдыхает. Отдыхает моя лягушечка. Так, сейчас вам покажу стайку. Видите, стайка приплыла. Вот они там. Но не только стайка. И вот еще стайка. Стайкой плавают. Ну, в общем, у нас погода наладилась. Сейчас можно будет пойти покататься в качельке. Загадывайте желания, рыбки золотые. Oh.
Лаванточка скоро зацветет, уже появляется цвет. Видите, такой вот. Ну, пахнет, аромат необыкновенный. Завалил мои все пионы. Я тут чуть-чуть их... Ну, надо мужчин своих просить, чтобы они мне их подвязали, потому что падают, падают пионы, падают. У соседей пошла кошка за кустами. Она, знаете, что делает? Я тут выхожу кормить птиц, а она их ловит, она за ними следит, чтобы их поймать. Я ее прогоняю, но она непослушная. Вот она мяукает, мяукает. Букашечка ковыряется. Тоже, наверное, ей нравится запах пионов. Пионы, конечно, запах имеют шикарный. Особенно вот розовые, это самый вкусный запах. Что-то там она ищет. Зацвели огурчики. Еще. Ну, может быть, что-то и получится из Славика. Эксперимента. Посмотрим. Успела близко снять, она убежала. Вот, видите, пошла. Пошла. Ее интересуют только птицы. Ой, а что это случилось с вишней у соседей? Не поняла. А что это случилось с ней? А вот еще один рыженький идет котик. Вот это да. А что это случилось? Неужели они ее срубили, эту вишню? Да не может быть. Сейчас пойду ближе посмотрю. Похоже, да. Срубили вишню. Такая хорошая вишня. И они ее срубили. Странно. Может быть, из-за винограда. Ах, кот рыжий сидит, смотрит. Может быть, из-за винограда, что она затеняла виноград. Не знаю. Она у них такой хороший, всегда давала урожай. Ну, им виднее. На улице сейчас плюс 24, и я сейчас посмотрела на градусник, тоже 24 водичка. Как бы уже можно и купаться, 24. Ну, так вот пробую, вроде прохладненькая, но градусник показывает 24. Небо голубое, конечно, но солнышко спряталось за тучку. Обещают нам еще сегодня дождь. В общем, у нас несколько раз в день дождь, солнце. День чудесный. Вот такая вот красота. Красота. Там солнышко за тучками. Вот так хорошо, хорошо. Вон оно, солнышко. Сейчас я вам покажу, какие красивые у соседей розы желтые. Вот видите, какие они красивые, красивые. Вот у меня какая земляничка. Может быть, скоро уже и поспеет. Скоро и хоста будет цвести. Вот она какая. Уже выпустила свой бутончик. Мой куст плетистой розочки меня все больше и больше радует. Смотрите, сколько. Сколько цветов. Просто. Ой, сколько цветов. Красота. Вот такой вот огромный куст. Мои петуньи тоже красавцы. У нас опять дождь. Ну, как и обещали. Прогнозы сбываются. Но небо, я хочу вам сказать, небо голубое. Так что это ненадолго. Вот такой у нас денечек. И солнце, и дождик. Ну просто все есть, все было. Все, дорогие мои. Сегодня я заканчиваю свой краткий такой обзорчик, свой вложек. А завтра будет новый день. И будут новые какие-то события, новые впечатления, новый рассказ и новый влог. Всем добра. Пока-пока.